Всем привет, меня зовут Максим Пологнюк, я актер и телеведущий. И хотя я немножко работаю сейчас во время самоизоляции, все равно моя профессия позволяет мне неделями наслаждаться благовонными палочками и попивать квас со льдом. А сегодня я вообще планирую самоизолироваться на дачу. Но вот работники железнодорожного фронта себе позволить это не могут, потому что они каждый день идут, как буквально как врачи, идут каждый день на работу, как на войну, потому что знают, что их на улице, за стенами дома ждет вирус, возможно. И поэтому, чтобы как-то взбодрить вас, работников железных магистралей, я решил вам рассказать одну интересную историю, связанную с вашей работой. Однажды в детстве, когда мне было, наверное, года 3-4, мы с мамой ездили в Москву и обратно в Самару. Так вот, когда нам нужно было уезжать, мы так торопились на поезд, что я каким-то образом отвлекся на секунду. Мама бежала очень быстро, и я потерялся. И я тогда людям дышал примерно в колено, может, повыше немного, и передо мной просто вот стена каких-то непонятных столбов движется. Я начинаю плакать, кричать: «Мама, мама!» Никто не отзывается, и тут, откуда ни возьмись, появляется, наверное, скорее всего, все-таки работник железнодорожного вокзала, потому что на нем было что-то яркое, то ли жилетка оранжевая, то ли еще что-то. В общем, он светился как ангел. Он берет меня, поднимает над всей толпой вверх, и у меня шок. Просто двухметровая высота, тьма людей. Просто я смотрю на весь мир с высоты. Он орет: «Кто потерял ребенка? Кто потерял ребенка?» Я уже ни о чем не думаю, у меня уже как бы шок. Затем он меня опускает на землю и оставляет, и куда-то убегает. И тут у меня появляется чувство уже полной обреченности. И вдруг, вот как в кино, среди вот этих мелькающих тел, как вот лосось на нересте, появляется вот рука, хватает меня, выдергивает, и это, оказывается, моя мама. Мы успеваем на поезд и успешно добираемся до Самары. Вот. Такая история со мной приключилась. Надеюсь, что она вас немного взбодрила, повысила вам настроение. Ну, а если станет совсем скучно, то добро пожаловать на мои социальные сети. Вот и все. Удачной вам смены и зеленого света!